О нововведениях в законодательстве и сроках уплаты налогов юридическими лицами рассказали в Химкинской межрайонной инспекции. Так, в 2022 году установлены единые сроки уплаты по имущественным налогам юридических лиц. Налог за 2021 год подлежит уплате до 1 марта 2022 года. Авансовые платежи за 2022 год нужно уплатить не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным периодом. То есть в этом году это будет 4 мая, 1 августа и 31 октября 2022 года. Срок представления декларации по налогу на имущество организации не изменился. В этом году это 30 марта 2022 года. Декларации по транспортному и земельным налогам не представляются. Изменения коснулись закона Московской области о налоге на имущество организаций Московской области. В отношении жилых помещений, которые не учтены в течение налогового периода на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, и со дня принятия указанных объектов не прошел один год, налогоплательщики до 1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом должны представить в налоговый орган сведения о таких объектах по месту нахождения недвижимого имущества. При возникновении вопросов по имущественным налогам юридических лиц следует позвонить в инспекцию по номеру, указанному на экране.